Потрепано, здесь какой-то крестик, вот, если, надеюсь, вам видно. И казалось бы, телепортация кнопки по всему дому, это самое худшее, что могло быть. Нет. Чё твори, бро, меня зовут Сергио Неси, бро. Сразу же, просто сразу же бери, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супри-банду. Ведь придет время, и супри-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе не очень нравится быть под нами. Поэтому подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супри-банду. Ого. Кто-то вовремя пришел. Да ладно, это что, кнопка от Ютуба? Так быстро пришла? Что очень странно. Но неважно. Офигеть! Супри-банда, невероятно! Мне пришла кнопка от Ютуба! Офигеть, я просто в предвкушении, какая она там! Скорее всего, это видео уже будет не о том, о чем я хотел, это рассказать страшную историю, о том, как меня когда-то трогал призрак, а это видео будет о том, как я распаковываю эту кнопку. Блин, очень интересно, как она выглядит. Итак, вот она! Почему-то она пришла слишком быстро, как я знаю, видеоблогерами отправляют аж... Кто знает когда. Я лично знаю некоторых блогеров, которые набрали 100 тысяч подписчиков, а им кнопку прислали всего лишь через год. Но мне почему-то прислали через месяц. И я, конечно же, очень рад этому. Я уже умираю, как я хочу ее открыть. Окей, здесь нас встречает вот это. Я не знаю, как это называется, но она очень мягкая. И это, скорее всего, для того, чтобы ничего не повредилось. И потом у нас выпадает вот такая вот визитка. Здесь написано, что кнопку собирал Рик. И если будут с кнопкой какие-то проблемы, то нужно написать ему на почту. А теперь у нас вот это письмо, я уже вижу кнопку, блин! Офигеть, вы сейчас его тоже увидите! Итак, вот письмо от Ютуба. Это обычная рассылка, спам, она приходит всем тем, кто получает кнопку. В общем-то, это что-то неинтересно. И вот то, зачем мы здесь все собрались. Это кнопка, офигеть! Вы только посмотрите, какая она! Сзади какая-то защитная панель. И почему-то она у меня уже подрябана. Здесь какой-то крестик, вот, если, надеюсь, вам видно. Камон, Рик, как ты так облажался? Ну ладно, суть не в этом, суть в том, что спереди она, слава богу, целая. Ведь если я эту подвешу к стенке, то этого не будет видно. Но вот вперед, это самое главное, что здесь есть. Вы только посмотрите, Сергионис, кнопка. Всегда мечтал это сделать. Офигеть, мне пришла кнопка от Ютуба за 100 тысяч. И бро, нужно помнить, что нас теперь 100 тысяч в супри-банде, а мы супри-банда, мы независимы, мы делаем свое дело, и придет время, мы просто захватим мир. На самом деле, эта кнопка наша с вами банда. Что ж, теперь пришло время повешать ее на стену. Воу, банда! Вы только посмотрите, как она круто выглядит! Это просто нереальный подарок к Новому году от Ютуба. Блин, это просто невозможно насмотреться. Ладно. Прошла неделя, все было хорошо, я радовался тому, что мне прислал Ютуб, но... Прошла неделя, я радовался тому, что мне прислал Ютуб, пока кнопка не начала телепортироваться по дому. И не только по дому. Не понял. А где кнопка? Чего? Что? Как она здесь оказалась? Блин, с Настей. Опять она прикалывается. Алиса, включи свет. Спасибо. Офигеть. 3 часа ночи. Как она-то вообще оказалась? Это уже не шутки. Здесь кто-нибудь есть? Блин, что это было? Какого фига свет пропал? Да ну нафиг. Камон. И казалось бы, телепортация кнопки по всему дому, это самое худшее, что могло быть. Нет. Один раз в отражении той самой кнопки я увидел молодого парня.
ему где-то было 20. Он просто стоял, смотрел на меня. Какая она красивая. Но, блин, что с ней не так? Почему она телепортируется по всему дому? Я не знаю, что мне делать после этого. После того, что происходит в этом гребаном доме. С этой, блин, гребаной кнопкой. Естественно, я сразу же зашел в интернет и начал искать хоть какие-то зацепки, что это может быть. И я нарыл. Настя, с моей кнопкой явно что-то не так. Я только что увидел отражение парня. Какой еще сайт? Американский видеоблогер Тейлор Крафт. 120 тысяч подписчиков. Погиб? Следствие все еще не могут установить диагноз гибели? В смысле? По словам его друзей, ему пришла кнопка, и через неделю он погиб, а кнопка пропала? Фотографии. Офигеть! У меня такая же царапина сзади! То есть... Ты хочешь сказать, что его кнопка сейчас у меня? Фотографии его. Это он! Он был в отображении! То есть получается, он целился в кнопку, а кто-то просто сменил... Офигеть! Вы только вдумайтесь, кто-то просто заменил имя на кнопки, на мое имя, Сергионис! Это просто жесть, и как только я не пытался избавиться от этой кнопки... Черт, я его даже сжигал, она все равно возвращалась. Я без понятия, что будет дальше, но с каждым днем все становится только хуже и хуже. Окей, бро, я не знаю, как на это реагировать, но у меня реально чья-то кнопка. Здесь реально этот гребаный порез. Вот, X, такой же самый, как на той фотографии умершего блогера. Я просто не знаю, что делать. Окей, нужно просто закончить это видео. Стой! Йоу, бандит! Как видишь, эта история создана на реальных событиях. А если тебе, бро, именно тебе, бро, интересно, что будет дальше происходить за этой кнопкой, в которой поселится дух умершего блогера, тогда поставь лайк на это видео. И если на это видео будет 3000 лайков, а для Supreme Band это вообще ничто, можем набрать просто за день. Тогда, когда на это видео будет 3000 лайков, я вам покажу продолжение этой истории. Что же случилось с той кнопкой? 3000 лайков, и я показываю вам продолжение. Окей, бро, на этом все. И стой! Стой! Куда ты уже собрался? Ты уже собрался выключать видео, я-то тебя знаю. Бро, поставь лайк, ведь тебе-то всего-то каких-то 2 секунды. А мне очень приятно. Также, бро, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супрем-банду. Ведь придет время, и супрем-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на канал, чтобы быть с нами. В нашей крутой супрем-банде. Твою мать, это знак, что с этой кнопкой явно что-то не так. Вы сами это видели, оно тупо упало, хотя всю жизнь нормально висело. Офигеть. А если ты уже в бане, то жми на лайк, колокольчик. И, бро, подписывайся на мой инстаграм, ссылка в описании. Осталось специально для тебя, ведь там выходят страшные фотографии. Но, бро, если ты боишься, то пиши просто мне в директ, и я отвечу именно тебе. Если в 1000 человек, я отвечу именно тебе, ведь я отвечаю всем своим, бро. И, бро, вот коммент из-под прошлого видео. Господи, ты только поглядись, какие они шикарные. Но, бро, не расстраивайся, ты тоже можешь последующее видео. Всего то, что тебе нужно, это нажать на лайк, колокольчик, а за ним просто оставить свой комментарий, и все, это 100% вариант, бро. Как видишь, ребята из Supreme Банды уже попали, так что и ты сможешь. Будет достаточно, даже если ты просто оставишь точку в комментариях. А на этом все, бро. Оставайся таким же шикарным. Пока!